The forlorn who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Хоть кряхтеть. Wait. You've the same scent as that woman. Then you must be an action man. Как женщина. Мой персонаж есть женщина. You don't know how long I've searched. О, как ты задрал-то. Скажи что-нибудь внятное. Don't mind me, didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. Как на твою рожу посмотреть? I need to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Ah, thank you. Veil of ash never fails. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. Хитрый старый карлик. Take it. Пепельных было двое. Что он имеет в виду, интересно? Я и моя тень. Так. Have you just arrived? How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn. The cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for yourself, a sweetly rotting bed to lie upon. Ладно, хорош болтать, пошли. Так, это NG+, 153 уровень. Нарисованный мир. Что тут у нас есть? Thank you.
Ничего себе. Ты что, дядя? Где это взял вообще? Шашечку я себе на... чуть не сказал, накрафтил. Раздобыл. Шашечка. Картузская сабля. Падает в этих... какого? В руинах. Такая вещь вообще. Да ты тут спамишься. На тебя. Так, что у меня тут стоит? Посмотрим, что с ней хвалится. Здорово, мужик. Анализ показал, что пациент скорее мертв, а чем жив, твою мать. Извалили уже. Что-то тут как-то тихо-тихо, потом сразу с всех сторон. На меня, на одного-то. Зануда, а? Да чтоб тебя! Беда. Что лежит? Не бэкстапишься-то, господи. Иди. Подозрительные деревья, конечно. Наверняка с ними что-то не так. Так, ты опять сюда пришел, понятно. Ладно. Лутик, лутик. Хорошо, уж лавина не пошла. После такого. Я тебе сейчас... Ну, мать твою. Смотри, отстрел. Как вы так это делаете? Ай! Прыгучий какой, а? Еще двое, еще трое, офигели что ли? Ау! Ну ничего я тут порубил. Так.
Да, девонька, ты у меня такая страшная. Просто пипец. Ну-ка, где у нас она? Камушек. Камушек, камушек, камушек. Вот этот, что ли? Вот. Бледноватая, конечно. Ты вообще девочка у меня или девочка? Что ты? Какая-то странная девочка. Ну ладно. Фиг с ним. Так, чё, куда? Сюда, не сюда? Чё такое? Ага, ты говорил уже странные деревья. Вот тебе, пожалуйста. Ты тоже странная? Да. Ага, красивый череп с них падает. Хорошо. Твою? Как-то я так неудачно зашел. Как выжила? Да ёшкина мышь. Отпусти. Растение. Растение, отпусти меня. Я жить хочу. Кто там еще? Господи, ты откуда взялся сзади? Чуть-чуть не хватает урона. Как обычно. На 3 копейки. Ну ладно, потихонечку мы с вами разберемся, наверное. Копье, а где это копье-то? Копье. Портажник. Копье преследователя. Так. Клево. Только она ману тратит. Пойти проапгрейдить его, что ли? Ну-ка. Блин, а чем она апгрейдивается? Апгрейживается. Хотя, чё апгрейживать? У меня маны. Кот наплакал. На 4, на 5 бросков, наверное, и всё. Да. Да. Смотри, какая тварь сидит. Далеко сидит. О, жирная. О, твою мать. Это плохо. Плохо. Это плохо. Чё себе, бля. Да
ты-то хоть сдохни, господи. Ты смотри, что делает, а? Офигеть! Так нечестно вообще ни разу. Нет, 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 девонька, лечись. Лечись. Собака страшная. Грозные тут, однако, собачки. Грозные собачки. Грозные собачки. Да ну куда ты стреляешь, господи? Опс. Чем-нибудь да покоцает. Так, значит, говоришь. Значит, говоришь так, да? Не попал. А, ты не успеваешь. Что-то они не травятся нифига. Парень, не отравил вроде. Дымит он. Хи-хи-хи. А ты чё, тоже такой же лох? Эпс. На тебя межнога. Не попал. Нифига, у них еще стрелы срываются. Ладно, с 4 или немного. Сюда подошел. Ты умеешь, а? Ух ты какая! Эч!
Хорошо вошло. Хорошо вошло. Вошло и пошло. Кто-то рычит. Четыре долбанных удара. А может вы к огоньку неравнодушны? Перестаньте стрелять. Так, что у нас где тут есть? Так, ты не активная. Завизжала зачем-то. А чего я так коцаю? Гостил за урон. Фестус тут, конечно, на ура. Улетает. Твою мать. Большой лук и стрела. Дважды 24, дважды 24, так, большой лук. Так, что ли? Большая стрела. Так, что тут еще что-то есть? Такой, а. Жареный волк. Че? Кто-то вайпнулся самостоятельно, без посторонней помощи. Еще кто-то. Суицидальненькая локация. Меня испугались, наверное, с таким луком-то. Конечно. О, братан, здорово. Как жизнь. Нет. Я думал, взорвется, она что-то тупанула. Блин. Че, и до сюда достреливает, типа. Че ты там встал? Иди сюда. Чисе. Ау! Ну все, я покойник, кажется. Кажется, я покойник, нет. Да, ах ты ж, мракобес. Блин, с луком с этим чуть не попал. Да. Да, ребята, не дойду я, наверное. Без эстуса.
Без эстусу-то я, наверное, не найду. Если в башню зайду. Вот это вот еще есть. Камера, почему ты такой говно? Ящерица христаллическая. Так, девонька, потихонечку давай, потихонечку. На ёлки-палки. Пошел нахрен отсюда. Ага. Блин, еще пылит, ни черта не видать. Куда идти? Газов. Окей. О, эсту сдали. Хорошо. Так, там ящица была, ну ладно, хрен с ней. А, два эстуса дождали. Это совсем хорошо. Так, ай-яй-яй-яй. Чуть мимо не прошел. Ой, ёшкина мышь. Так, что тут есть? Душа. Как бы тут не навернуться, мать. Мимо кассы. Пепел. Ай, нет! Нет! Куда ж ты прыгаешь-то, господи? Милутская секира. Так, все. Больше ни чертась. Вроде бы да. Так, тут все побрали, вроде бы. Так, тут. Так. Дострелю, интересно. Нифига не дострелю. Особенно если вот отсюда. Да. Далековато.
ящерица. Эй, где ящерица? А, вон она. Эй. Урона не хватает буквально единичку. Или около того. Я уже не первый раз прохожу, конечно, эту локацию. Второй. На НГ+. Второй раз. Так, поэтому у меня этот щит уже есть. Ну, щит прикольный этот божественного дуба-то. Красивый такой. Жаль, что он похуже, чем моего рыцаря. Хотя, подожди-ка. От молнии получит, чтобы защищает. Ну, ладно. Ну и чё, мне с вами тоже биться, что ли, прикажете? Тяжелый самоцвет. Так, где собачка? Собачка, выходи. Куда? Кусочек, чё они как ходят, как эти? Как зомби. Ты, блин. Смотри, какая. Ну да, да. Хорошо. Входит и выходит. Хорошо, входит и выходит. Что-то тут есть? Ничего нет. Зачем косточки возвращения сюда положили? У меня этот... Как его? Как он называется-то, господи? Фрагмент Витого Меча. Есть уже давным-давно. На НГ косточки. На НГ плюс опять косточки. Суп из них варишь, или? Сызы из ваших костей. Лети-то сюда, что ли? Я не понял. Это что за отстой? Бандайцы. Я здесь. Раз, блин, башку-то не задерешь. Смотри, не долетает. Ну чё, давай иди сюда. Всё, нет.
Блин, опять этот здоровяк, сука. Ну я покойник, короче. Я нифига не подготовился к такому бою. Ну ё-моё, ну тут что такое вообще? Да блять. Готов. Почему не лочитесь, а? Сына, твою мать, а? Твою мать! И все сразу... Всей стаи согрелись, собаки страшные. Нате, нате! Пронесло, а ты чё? Лол. Эй, парень. Эй, парень, тебя мясом покормить может? Стой так, смотри, смотри. Поехали кататься. Что, очухался, что ли? Отпустила, разморозила. Перестань, ты ж хорошим был. Вожака я твою все равно грохнул. Забавные. Блин, сейчас доиграюсь, он меня съест. Ладно. Раз ты не хороший, найти по башке тогда. Так, ну вроде бы все, да? Башню смотрели. Сюда еще схожу. А, вообще-то что, я здесь уже был. Тупить-то по два раза. Был же, правильно? Нет тут ничего. Что там такое красное, интересно? Я посмотрю. Не, фонарик. Как он тут горит вообще? Ладно, пошли дальше. Дважды два четыре, дважды два четыре. Подозрительная поверхность. Ну да. Она самая. Так, ладно, что мы имеем? Ландшафт бесполезный. Окей. Вау, какая избушка стоит. Спасительный костер нашли. Окей, садись. Так, это убираем. Кошка. Ч
Что же мне что-то кошки-то поставить? Хотя с кошкой тут вообще-то нормально. А, пусть будет кошка. Так, куда дальше идти? Чё там? То есть вот оттуда мы пришли, да? Или откуда? Или мы отсюда пришли? Замануха какая-то. Кем быть? Фак. Это фейковое дерево. Че, опять эти кролики бегут, что ли? Что у вас тут, лежбище? Сюда подошел. Ты дерево, перестань. Ай-яй-яй-яй-яй. Я думал, дотянусь. 60% жизни. Одним грабом. Нормально. А чё не 100-то? Да сдохни уже, ну. Ай, нам так нравится. Че? Мне послышалось или кто-то хрюкнул? Это обмазка быстро кончается, больно уж. Волков, я, по-моему, назад иду, нет? Блин, идите нахер. Да ты откуда еще? Ледяное оружие. Оружие ледяное. Я, по-моему, правда назад иду. Чуть. Блин, еще что-то есть, нет? Твою мать-то. Собаки. Ух ты, блин. Лошарик. Твою мать. Сейчас пройду.
Куда же я иду-то, а? Ё-моё. Такое. Что-то еще где-то есть. Заразы. Вот, ну да, это начало самое. Я сверху упал. Вот эта вся дрянь, которая наверху развалилась. И, собственно... Ну все, понятно, короче, ну нафиг. Я люблю животных, я не хочу с вами вам бошки отрывать. Без надобности. Не, вот бежит ведь, волчара злобная. Иди гуляй. Иди оленей лови. Они там слева живут. Ладно, пошли дальше. Хрен с ним. Тут лестница есть. Так я не помню, что там. Ладно, пойдем в замок, сходим в избушку. В избушку на курьих ножках. Прихожанин? Подожди, ну-ка. А, да ты вон кто. Тебя-то я как раз и не люблю. Ты такой же, что ли? Да? Тоже летать умеют. Эти, короче, с перьями уже оперились, мать твою. Что он не анализируется. Ладно. Здорово, мужичонка. Или кто-то там есть. Какой баста. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Now, go on inside, show respect, and listen carefully. Уважительно веди себя, говорит. То есть не убивать мне там внутри никого, да? Ты имел в виду? Так. Что такое? Окей, продолжим в следующей части. Пока.